Добрый день. Мы находимся сейчас в Китае, бухта Тутанхамон. Сейчас я вам покажу, где лучше всего и выгоднее всего поменять доллары на юани. Потому что у туроператоров, которые предлагают свои, которые привозят, это они берут по очень заниженному курсу специально, чтобы подзаработать себе. Вот сейчас мы находимся, вот слева от меня торговый центр «Зима», справа торговый центр «Лето». «Зима» это, которая ближе к «Ананасу». Вот между ними заходит, вот тут проходит улица «Идэ». Вот идем мы прямо с этой стороны, не по улице «Идэ», а вот ближе к торгового центра «Зима». Вот тут вот улица «Идэ», вот туалет тут. Вывеску перед нами. Сумки у Влада. 20 метров. Вот идем вот направо, по указателю слева. Если туроператоры, турагентства, так сказать, гиды, предлагают по сколько они? 6600? У него самый... 660. Ну да, 660. У него самый выгодный курс. Все идут, кто знает, кто про это прочитал или узнал случайно, идут к нему. У него на данный день 6770. То есть вы выигрываете на обмене 150 юаней. Это, я вам скажу, немало. Если утка по 15 стоит вот на этой же улице в конце, целая здоровая утка с приготовлением, это стоит 100 юаней ровно. А тут вы выигрываете у него 150. Смотрите, это вам полноценный ужин на четверых, который утку по 15 делают, готовят к ней рис, там всякие прибамбасы, соус, лепешки. Вот вдвоем мы эту утку с женой ели 3 дня. Тут ели, этот суп поели. Все, забрали в отель, нам завернули. И ели там уже 3 дня эту утку. Вот идем тут Аркадий, бутики женские. Идем. Вот машинки тут такие прикольные, какая. Это «Лето» магазин. Там «Зима». Заходим, вот, где «Гармония», заходим в «Барко». Вот и сами Влад. Сумки у Влада. Привет. Здрасте. Прорекламируем. Вот, написано сюда. «Контрабанда» у него. Вот, сумки. Заходим вот сюда. Сумки. Ну ладно. Заходим к нему в магазин. Тут очень достойный выбор сумок. Тут и путевки, туры. Тут, да, туры со скидкой везде. Кстати, обращайтесь. И тибетская медицина дешевле. Особенно дешевая. Тибетская медицина. Чемоданы такие достойные, но правда тут цена, тут фирменные хорошие чемоданы. И вот у него один валют. Покажу. Hello. Очень приятно. В Ютубе выложим рекламу. Все. Самый выгодный курс. В любом случае 150 юаней. А это я вам действительно скажу немало. Это осетр, это черепаха, да, и тут цены по 100 юаней укладывается. Так что приходите сюда, не пожалеете. Спасибо. В следующем расскажу, как
где самый-самый дешевый сувенир. В этом, на Дадонхаре. Магазин сувениров самый-самый дешевый. Уж дешевле даже некуда. В следующем видео.